Здравствуйте, это программа «Вопрос эксперту». Я Захар Максимов. Захар Максимов, директор строительной компании «Максимов дом». Всегда мечтали о своем доме. В этом сезоне хотим начать стройку. Подскажите, с чего правильно начинать строительство дома? В первую очередь, инженерно-геологические и геодезические изыскания. Это предпроектный этап, в ходе которого собираются данные о составе основания участка, а также грунтовых вод. Основная задача геологии – определить несущую способность грунтов. На основе геологии и геодезических данных разрабатываются мероприятия по подготовке площадки под строительство и выбирается тип фундамента для будущего строения. Далее – выбор строительных материалов, так как на этапе проектирования учитываются их параметры. Следующее – проектирование дома. Это один из основных и важных этапов строительства, который делится на подэтапы. Архитектурная часть, где можно увидеть планировочное и фасадное решение дома. Рабочая документация – это разрезы, конструктивные элементы и узлы примыканий. Проект инженерных сетей. Удобство проживания зависит от корректной и слаженной работы всех инженерных систем, но привычных всем – водопровода, канализация, отопление – и вентиляция для комфортной жизни недостаточно. Загородные дома оснащаются системами, благодаря которым становятся удобными и безопасными. К ним относятся централизованное кондиционирование, устройство рекуперации, формирующие заданный микроклимат, охрана-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, умный дом с удаленным управлением. Вышесказанное необходимо для планирования строительства. Хватит ждать. Пора строить с компанией «Максимов дом». Построим каркасный дом из рубленого бревна и кирпичной. Предоставляем рассрочку до 100 месяцев. Строим по Татарстану. «Максимов дом». Телефон 249 19 17.